Всем привет! В этом видео хотелось бы сделать коротенький обзор глиттерного фоамирана. У нас есть его два вида. Первый, который вы сейчас видите, это односторонний, и его толщина 2 мм. С одной стороны будут блесточки, со второй стороны будет просто фом. И второй вариант, это 1 мм его толщина будет, он более тонкий, более мягкий, и он двухсторонний. То есть и с одной, и со второй стороны он будет в блесточках. Но цветов достаточно много, потом покажу ближе. И сейчас хотелось бы пробежаться по цветам, которые есть, потому что на сайте не все видно. Так, ну самый крайний. Черный, темно-серый, серебро. А дальше два белых, один просто белый, второй белый перламутровый. Белый просто с белыми блесточками, белый перламутровый с блесточками, переливающимися розовым зеленым, видно. Так, дальше молочный, персиковый, светло-розовый, темно-розовый и малиновый. Едем в следующий ряд. Светло-сиреневый, темно-сиреневый, синий. Так, дальше вот этот бирюзовый, голубой, светло-голубой, очень красивый цвет, тоже переливается такими блесточками зелено-розовыми. Так, дальше мятный, темно-мятный и зеленый. Зеленый такой очень новогодний цвет. И следом за ним тоже новогодний красный цвет. Так, дальше темно-коричневый. Вот это вот, обратите внимание, светло-коричневый. Мега красивый цвет. Достану даже, так покажу ближе. Очень люблю его. Вообще цвет очень красивый. Дальше терракотовый. Дальше, тоже тяжело так вот понять по сайту, я думаю. Поэтому скажу, оранжевый. Темное золото, светлое золото, зеленое золото. И последний цвет желтый. Все это у нас была палитра 2-миллиметрового фоамирана глиттерного. С одной стороны глиттер. Так, дальше едем по двухстороннему. Какие у нас есть тут варианты? То есть первый цвет серебро с двух сторон. Дальше розовый двухсторонний. Дальше красный. Двухсторонний, золото. Золото здесь такое, как темное золото в 2-миллиметровом. Так, дальше зеленый. Зеленый совпадает у нас цвета. Двухсторонний и односторонний. Дальше синий. Дальше темно-розовый. На сайте он у нас написан сиреневый. Малиновый. Потом у нас есть белый. Белый перламутровый и желтый. Всем спасибо, надеюсь, видео было полезным. Если вопросы какие-то, всегда, пожалуйста, пишите, звоните, пишите в комментариях.